Всем приветики, дорогие друзья, с вами Акамарач, и в этом видео мы с вами попробуем половить леща, если у нас, конечно, это получится. И сразу же бы хотелось сказать, что если на этом видео набирается 15 лайков, я выпускаю следующую серию. А пока будем ждать 15 лайков. Не знаю, поймаю ли я леща или нет, буду сейчас рыбачить на этом месте. Я уже второй раз записываю видос, но в итоге все как-то не так. Почему-то все зависло при вытаскивании удочки, я не знаю почему, может быть всему виной бета-тест, всему виной давление, игровое, естественно, давление в рыбалке. Еще какие-то факторы, мешающие мне было сделать подсечку, но в игру пришлось перезайти. Естественно, все сбросилось. И мой подписчик мне, естественно, подарил донку, за что ему огромное спасибо, Бог. Я ловил на нее, мне очень сильно понравилось. Прям must have. Донки — это вот не махи. Это далеко не махи, это круто. Это прям вот настолько круто, что я даже не знаю. Это прям действительно must have. Вот, поплавочек поднялся. И вот она, первая наша рыбка. Лещ. Класс, да, уже пошел, немножечко пошло опыта, первый лещик. Кто не знает это место, 48-60 координаты, клюет все замечательно, все супер, поэтому, ну, вроде бы, клюет, да, один раз клюнуло. Ну, по крайней мере, пока не залагало, клевало хорошо. Поэтому, надеюсь, ничего не поменялось, ну, вот на вторую, по крайней мере, клюет. Сейчас посмотрим, как оно будет. Перезакинул, ребята, первую снасть. Вот поклевочка сразу же. Поставил глубину 1,21 м, по-моему. Плотва обыкновенная сразу же клюнула, что не может не радовать. Это ж, естественно, зачет. Зачетная плотва — это больше опыта, это больше всего, поэтому это круто. Также вот вторая удочка клюет, но тут уже не успел. С махами есть небольшая проблема. Проблема в каком смысле? В том, что иногда не успеваешь подсекать. Но это может быть исключительно моя проблема. И еще. О, клюет, клюет, родная. Вот донка — это must have, ребята, вот на самом деле, вот правда. У кого нету донки, кто копит на донку, отвечаю, реально must have. Огромное спасибо вообще моему подписчику Богу, который подарил мне эту замечательную снасть. Действительно, донка — это что-то с чем-то. Но вот махи, вот если вот ты не успел вовремя подсечь мах, это все. Вы, естественно, просрали свою поклевку, вы просрали все. Вот, я сейчас вот просрал мах. Утонуло, я его просрал, надо ждать. А на донке такой проблемы нет, вот на самом деле. Вот теперь надо опять ждать, пока будет клевать, пока утонет. Наверное, иной раз лучше подождать. Подождать немножечко, утонет, притопит, и уже потом непосредственно предпринимать какие-то действия. А пока... пока лучше смотреть на другие снасти. И еще, знаете... что немало вот не может не интересовать меня, то что звук. Звук. Я не слышу вообще звуков в игре, но когда я смотрю видео свое, я очень хорошо их слышу. Вот в этом вот огромная проблема. Я не знаю, как сделать так, чтобы я слышал и на ноуте звуки, и слышал их видео одинаково, чтобы они не перебивали мой голос. Без понятия, как это сделать. Поэтому играю как инвалид без звука. Но зато, если вы будете смотреть видос, вы видите, что как бы звук есть, все четко, все присутствует. Поклевочка на первую снасть. Опача. Вот как только надо сразу. Вот, все, есть контакт. Ну это малек. Малек. Хотя не такая уж и малек. Опыт дали. Опыт дали, значит, не сильно малек. Махи. Но с лещом, видите, как немножечко, да, вот не совсем, потому что, ну, все-таки лещ
такая рыба. Можно крючки побольше поставить. Я вот это посмотрел видосы, что тут можно на этом месте ловить леща. И, естественно, же приперся ловить сюда леща, потому что, как бы, извините меня, за леща и опыта больше падает. И также посмотрел, что его ловят на перловку. Так, клюет у меня донка и клюет мах. Ну, если я вытаскиваю донку, то мах я, естественно, прозеваю. Ну, донку так донку. Донку так донку. Ну, мах прозевал. Вот давайте попробуем. Вот на донку клюет лещ. Клюет лещ. Далеко, думаю, смысла кидать нету. Один хрен я ловлю маленького леща. Давайте подтянем. Угу. Мах, мах, мах. И огромное спасибо за совет тому человеку, который сказал, что можно нажимать на... Уго, уго! Ребята, ребята, вот это неплохо, я думаю. Наверное, грамм на 500, на 600 точно. Рыбка. А ну-ка. Да, да, 154 опыта. Нифига себе подъехала. Не успею вытащить. Да, видите, вот чуть-чуть вот ты запаздываешь с махом и все. И поклевка твоя просралась. Очень обидно. Вот и сейчас я тоже просрал поклевку. Поэтому. Хотя, может быть, я бы еще и успел вытащить. Непонятно как-то. Ну ладно. Но обидно. Берем доночку. Кидаем недалеко. Бульк. Я так понял, смысла далеко кидать нету, даже тут, а то есть поймалась неплохая рыбка. Жалко только я не слышу ни хрена звуков, вот это вот прям очень обидно. Давайте копнем еще парочку червей. Угу, контакт есть, блин, очень медленно качается это все дело, но деваться некуда, деваться некуда. Качать нужно. На улице жара. Снимаю видос, чтобы вы понимали. Пол 11 ночи. Завтра на работу. Что-то хочется спать. Пипец. Выходные пронеслись. Все пронеслось. И пью холодный квас. Домашний. Так, ждем-с. Ну, плотва, я думаю, клюет плотва. Угу. И один хрен, да, мы ничего не поймали. Не знаю, с чем это связано, ребят, но вот это вот на махах очень часто. Я хочу перейти на донки. И дай бог, если у меня это получится очень быстро. Вообще, огромное спасибо, я же говорю, подписчику. Если бы не он, я бы так и не перешел. Ну, тут уже вот это вот я, блин, виноват. Если не выловлю. Нет, не выловил. Вообще на мах у меня получалось очень хорошо ловить, когда ты сидишь тупо на одной удочке и ждешь. Когда она только клюнула, ты сразу подсекаешь, тогда рыба есть практически 95%. А так нифига. О боже, какой малек это. Наверное, плотвичка. А не, лещик клюнул. Ну, маленький лещик. Вот, видите, вот, вот там опять вот что-то происходит на махе, но уж будем ждать. Будем ждать. И все. Дождались. Что конец пришел. Ребятки, клюнуло, смотрите, рыбка. Не хотел снимать, думал, опять ничего не выловил, но нет, ребят. Все-таки попалась хорошая такая плотва. Офигенная плотва. Вообще не ожидал я такой поклевки, но в итоге плотвичка попалась просто зачетная. И знаете, в прямом и переносном смысле зачетная. Опа, леска провисла. Возможно, тут что-то у нас есть. Да, есть. Ну, малек, малек. Плоховато тут клюет, честно скажу, ребят, как-то не очень. Я думал, будет намного лучше. Но это все еще может зависеть от моей наживки, потому что наживка у меня, понимаете, да, сами, что самое начальное, что ни на есть самое простое.
Поэтому что-то от нее требовать сверхфеноменального и ждать каких-то крутых экземпляров рыбы. Нет, я как бы не рассчитываю на такое. На такое я не рассчитываю. Здесь рыба клевала, но перестала. Поэтому перезаброс. И ждем опять по новой. Сход, сход, сход. Видели, сколько у людей сходов здесь? Ни хреново, я хочу сказать, рыба сходит. Прям так ни хреново. Но донки это да, ребята, это просто must have. Донки. Донки ни с чем не сравнить. Кстати, Богу огромное спасибо. Сейчас прочитал. Получается, опять благодарю прямого. Прочитал переписку, сообщение. Еще кинул одну мне донку. Ну блин, просто Саня меня решила дарить. Давайте откроем этот комплект на видео. Огромное тебе спасибо, Саня. Реально просто. Просто офигенно. Еще одна донка в мою коллекцию. Не ожидал я, что я так, блин, быстро стартану. И так будет как бы легко у меня все. Но это все благодаря тебе, Сань, поэтому спасибо. О, ротан. Ни хрена куда донку утянула рыба. Давайте сейчас попробуем. Смотрите, ребята, куда уже утянула. Ни хрена себе. Мам, мама, погнали. Погнали, вот, дело пошло. Неужели это... Боже, вот это вот хрень утянула донку, пипец. Я-то думал, сейчас там рыбка килограмма на 3. А там такая мелочь ковяная. Ну, неужели пошел клев? Сход пошел. Сход идет быстрее, чем клев. Опять поклевочка. Как всегда, не слышу ни колокольчиков, ничего. Надо что-то со звуком будет придумать, что-то сделать. Иначе это не дело. Карась серебряная, ух ты. Так, ребят, но давайте на этом, я думаю, надо закругляться, потихонечку завершать наши такие пируэты рыболовные. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ну, вот это вот я эти удочки маховые терпеть не могу. У меня ничего-то прям вообще ж притят. Я, наверное, только буду на донке ловить вообще. Прям что-то отвращение у меня не вызывают. Честно скажу. Так, сушка для рыбы, что тут, палатка. Ладно. Давайте прём. Достанем мне лопату. Вот тут копнем червячков. Угу. Есть контакт. Чайка на посошок. И как писал мне тоже один подписчик, что нужно продавать рыбу в конце, чтобы был какой-то завершающий итог всего видео. Поэтому каждое видео теперь будем обязательно продавать наш улов. Будем сбрасывать в кафе, если у нас что-то есть. И остальное, естественно, будем мы сдавать на рынок. Нет, на рынок какой-нибудь бабульки. У нас, видите, ничего нету, плотва. 5 штук. У нас не хватает даже плотвы. Но клев, да, не пошел клев. Никого у нас нету, мы никого не можем сдать. Кроме как если бы мы еще поймали одну плотву. Но, увы, половили мы мало. Клев был не ахти, и в итоге придется все бабе люди сдать на рынок. Подходим, выбираем все. Ну и мы сдаем стоимостью по 7 монет, да? То есть вы понимаете, если бы было еще была одна плотва зачетная, естественно, у нас было бы 10 монет. Поэтому сначала рынок, ребятуля, а потом уже, естественно, будем сдавать рынок. Кафе, а потом уже рынок. Но за неимением того сдаем сюда. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Напоминаю, 15 лайков и следующая серия. А также пишите в комментариях свои подсказки, советы, развитие, все-все-все остальное. Как быстрее прокачать разряд, набить серебра и так далее. Теперь в моем ассортименте две донки. Спасибо огромное Сане. Саня, респект. Тебе и уважуха. Также добавляйтесь, друзья. Ника Камарачи. Всех принимаю и со всеми общаюсь. Всем не хвастанчу и до скорых встреч.